Польша, Познань, Франова. Воскресенье. Только в воскресенье работает рынок, на который съезжаются многие жители Познани и привозят все от товара, который покупают на оптовом рынке, до старинного товара, который неизвестно как сохранился и где был найден. А еще выносят вещи и предметы, которые залежались и не нужны в доме. У нас в Украине такой рынок почему-то называют блошиный рынок. Вот мы и решили поехать посмотреть, а что такое блошиный рынок в Познани. Тем более светит солнышко, но не сильно греет, так как было похолодание после ряда дождей, которыми природа нас порадовала. Многие беженцы, с которыми мы разговаривали, покупали себе кастрюли, сковородки именно здесь, на этом, как все мы называем, блошином рынке. А вот местные его называют просто рынок Франова. Иду по рынку, смотрю, рынок пока ничем не отличается от наших обычных рынков во многих городах. Также люди ходят, смотрят, интересуются ценами, сравнивают цены с ценами в магазинах, что-то ищут, что-то хотят купить. А вот это уже интересно. Все отличается от рядов, где мы только что прошли. Здесь нет палаток, того обилия товаров у продавцов, и товар просто лежит на предварительно чем-то застеленной земле. А что здесь только не предлагают? Предлагают все. Продают посуду, инструменты, даже вынесли фотоальбом со старыми фотографиями, фотографиями чьей-то жизни. Интересно, кто-то ими заинтересуется?
Смотрите, какая красота! И все это сделано из воска. Это вы что делаете? Это вы все сами нарабатываете? Я у Киеве такого не знаю. У нас уже новые свечки. Свечки, мед. А такого... Чего здесь только нет. А вот меня заинтересовали изделия из дерева, из цельного дерева. Видно, сами делают. Сами делают все. А вот это шедевры, выпиленные, видимо, лобзиком. Как красиво. Хрусталь. Помню, родители гордились, когда они в шкафу стояло что-то из хрусталя на полках. Но это было давно. Мы идем дальше. Опять ряды из товара. Кто-то что-то спрашивает, а кто-то проходит просто мимо. Смотрите, а это точно предание старины забытой. Даже ружья и сабли кто-то вынес продавать. А вот посуда, какая красивая. Пистолет-мушкет. Да не один.
А какой рынок без цветов? Вот мы узнали, что такое блошиный рынок в Познани. Прошли рядами, посмотрели, что предлагают на рынке. А сейчас говорим спасибо вам за то, что смотрели видео. Пишите комментарии. Пишите, есть ли у вас такие рынки, чем они интересны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч в наших новых видео.